Привет тебе, мой дорогой друг, и сегодня я тебе покажу довольно большой проект, который мы делали в течение, наверное, недели двух-двух с половиной. Опять же, с турбогибом, гиббон, ссылочки будут внизу, везде в закрепленном комментарии, в описании ты можешь посмотреть. Ну, а мы начинаем, погнали! Мы накрутили с женой вот такие вот дуги. Я думаю, уже многие начинают догадываться, что это обыкновенная тепличка, поэтому решили изготавливать самостоятельно, ну и плюс использовать в деле турбогиб. Это достаточно легко, жена была оператором турбогиба, мы подрубили просто туда хороший шуруповерт, и все это было легко, я бегал, просто придерживал профиля. Был единственный косяк, конечно, непосредственно с металлом. Некоторые профили, трубы, они были винтом, вследствие чего некоторые дуги у нас получились слегка поведенные. И это не косяк турбогиба, это на полном серьезе вот привезли такой металл, к сожалению. Он был под напряжением с винтом, то есть вот как будто у доски бывает такое, да, когда ее она высыхает, она становится пропеллером. Вот то же самое было непосредственно с трубой. Каркас получился максимально простой, мы просто взяли брусы, которые у нас были в наличии. Брус в основном весь 20 на 20. Достаточно старый, но он был обработан еще несколько раз антисептиком, еще несколько лет назад, и пролежал уже, наверное, лет 5-6, и ему все хорошо, он живой абсолютно. Итак, мы это все выставили примерно на нормальный относительно уровень по подложке, то есть использовали обыкновенные блоки, кирпичики, ну, все на самом деле очень стойко, и все хорошо. Затем все эти брусы мы стянули на П-образные арматурины заостренные, все стянуто, а уже потом на этот вот постамент мы установили уголки, которые я сварил, 6-метровый, 3-метровый получается. Да, забыл добавить, теплица у нас будет 3 на 6, но по факту она получилась чуть-чуть немного по-другому. То есть 3,06 у нее ширина и 5,60 длина внутренняя, то есть если по внутрянке смотреть. Так вот, уголок, а на уголок уже непосредственно мы сразу же привариваем наши дуги. Это на самом деле весь монтаж получился достаточно быстрый и простой. Ничего сложного. Самое сложное это было, наверное, приваривать поперечины. Поперечины мы приварили всего 3 штуки, хотя по идее надо было бы еще 2 снизу, но, допустим, я использовал чертежи непосредственно турбогиба, у них есть как бы в обучалке, в мануале несколько видов изделий, и вот в том числе и теплица стандартная 3 на 6, как изготовить ее у них есть, и вот я пользовался ими чертежами. Итак, это все достаточно легко прошло, у меня вот этот полуавтомат с флюсовой проволокой, варить одно удовольствие. Основным учетом, что нужно было сделать под нашу пленку, это обязательно покрасить в белый цвет, либо же использовать подложку, ленту крепления под пленку. Но мы решили сэкономить, чтобы не класть эту ленту под пленку, мы использовали просто белую краску. Я 2 раза покрасил, сначала грунт эмаль, а затем обыкновенной белой эмалью. У нас получилась такая красивая белая тепличка, которую в итоге мы начали делать грядки. Грядки изначально мы планировали делать 3 штуки, то есть 2 дорожки, 3 грядки. Изначально мы там хотели делать из профнастила что-то. Потом, короче, все в итоге переиначилось, и мы сделали из обычных деревянных щитов, то есть сбили доски, у нас были в наличии там несколько 6-метровых досок, и нам этого всего хватило прям впритык, учитывая, что мы еще и решили центральную грядку сделать из одной доски, а не из двух. Вот. То есть центральная грядка у нас будет под зелень, под редиску, то есть под небольшие корни. А вот боковые уже непосредственно под томаты, под огурцы и тому подобное. А затем мы просто съездили, купили геотекстиль, самый простой в Леруа, там, по-моему, за 400 рублей. В общей сложности у нас ушло 3 рулона. И все это вот так вот прям досконально обмотали. Единственное, не хватило на правую часть, на внешнюю, получается, сторону, чтобы красиво заделать. Ну, докупим, зашлепаем, все будет красиво. Получилось полностью теплица изнутри заслана вот непосредственно геотекстилем и внутри коробов для непосредственно грядок и снаружи. Так что выглядит в принципе замечательно. Останется сделать просто дорожки, возможно, либо из ДПК доски сделаем, либо из плиточки выложим просто какими-то толстыми плитками, и все будет красиво. На самом деле мы очень сильно переживали, что натяжка пленки будет достаточно сложная и тяжелая. Но в итоге оказалось все относительно просто. Самое сложное из всего, что было, это крутить эти долбанные саморезы клопы, да, с которой вот, ну, непосредственно со сверлом. Потому что, опять повторю, металл вроде покупал на проверенной металлобазе, но чувствуется, что у него везде гуляет стенка. То есть, либо, опять же, это шурупы такие, что один шуруп я могу закрутить за 2-3 секунды, он сразу пролетает, а второй шуруп я могу долбать секунд 10-15. И уже когда прям совсем рука устанет, особенно на весу, да, на вытянутой руке, ну это прям тяжелая такая достаточно работа. А в остальном же все просто. Торцы мы крепили на двусторонний скотч. Это очень оказалось удобно. То есть по первой дуге наклеиваем двусторонний скотч и снимаем его, и, соответственно, уже натягиваем отрезанные заранее куски для торцов. У нас это куски 2,20 в пике высота и 3,06, ну плюс небольшой напуск, там несколько сантиметров
пусть будет 3,10, это как раз ширина. И это все натягивается, на самом деле, реально очень легко и просто. Пленку желательно натягивать. Опять же, пленку эту лучше крепить в относительно прохладную погоду, то есть выше 16 градусов и там до 20, до 22, чтобы она не сильно провисала. То есть, если вы будете крепить ее в сильно жаркую погоду, она будет тянуться сильнее, что потом в прохладе она провиснет у вас немного. Ну, то есть, такие есть свои какие-то температурные расширения. Мы это делаем первый раз, и все это было, опять же, в новинку, страшно, тяжело, но оказалось, на самом деле, все легко. И вся загвоздка была, повторяюсь, только в закручивании саморезов. Я несколько раз, конечно, пленку эту продырявил. В этом есть большой, конечно, минус этого всего, потому что, ну, рука срывается с самореза и тыкает, блин, просто вот битой в пленку. Но ничего страшного, на помощь приходит скотч, а затем эту пленку, опять же, можно из огрызочков, потому что огрызочков все равно останется много, просто сварить. На самом деле все просто, ты берешь утюжок и через бумажечку просто проглаживаешь утюжком, и пленка сваривается, и все нормально, и нет никаких дырочек и тому подобное. Вот, кстати, с поликарбонатом так бы не получилось, это достаточно большой аргумент в пользу пленки. Я не стал уже до конца показывать, как мы крепим эти все ленты на дуги нужны для общей поддержки. Мы также натянули низ полностью по периметру, у нас низ натянут на профиль металлический, который потом загнется. От гипсокартона он просто загнется, ну, свернется вовнутрь, и все, не будет никаких острых углов, у него ничего, все нормально, притянуто. Замечательная пленка. Мне понравилась, на самом деле. Единственное, пока не высаживаем. Ну, вот сегодня должны будем высаживать рассаду, потому что были дожди, земля была сырая, и внутри, когда мы вот полностью зашили, и пока еще не прорезали никакие отверстия, потому что нужно было, допустим, на торце, чтобы открыть дверь, нужно полностью эту дверь зашить, естественно, да, этой лентой, которая будет держать пленку. И вот пока мы это все зашивали, потом уже открыли, а у нас внутри стоял густой-густой туман, потому что земля была очень влажная, и оно, естественно, начало все очень сильно испаряться, так как пленка все равно, ну, это парник, она нагревается, безусловно. Так что нужно дать хотя бы немножечко проветриться и земле, и парничку. Вот такая вот у нас красота получилась. Повторяю, с помощью данного трубогиба мы с женой накрутили 7 дуг, ну, наверное, минут за 20. Реально все очень просто, легко. Ну, опять же, профиль 20 на 20, тут как бы нет ничего сложного, стенка 2, и все было интересно и легко. Ей было просто вот реально просто по приколу это все посидеть, покрутить. Классно. Главное, самое сложное было, это сделать первую.